Привет, друзья! Вы на канале Огород Удачи. И сегодня тема компост. Компост – это любимое органическое удобрение всех садоводов и огородников. Это почвоулучшитель, доступное, полезное и эффективное средство, которое восполняет потребность растений в микроэлементах и питательных веществах. Компостирование происходит при разложении веществ с помощью микроорганизмов. То есть микроорганизмы нам помогают. А что же требуется для наших микроорганизмов? Им необходим углерод, азот, кислород и вода. Но с кислородом все понятно. Обеспечили доступ воздуха к компостной куче, к компосту. И все нормально. Вода тоже полили водичкой. Давайте разберемся с углеродом и азотом. Принято считать сырье для компоста делить на две группы. Это зеленое и коричневое. Зеленое сырье имеет много азота. Итак, азот – это зеленое сырье для компоста. Любая трава свежескошенная, сорняки, бытовые отходы. Да, кстати, кроме цитрусовых, их лучше не класть в компостную кучу, в компост. Ну и углерод – это все коричневое. Ветки, сухая трава, опавшая листва, ну и наша земля, которую мы укладываем вместе с корешками. Готовится компост из того, что на любом участке всегда под рукой, практически из любых растительных остатков. Сорняки, кухонные очистки, скошенная трава, ботва овощей, тонкие ветки и прочее. Только вот одна проблема, что правильный компост зреет не менее 2-3 лет. Ну и что может показаться для многих очень долгим. Однако существует технология приготовления быстрого компоста в мешках. Что делала я в прошлом году весной? Я освобождала участок от дерна. И в плотные мешки черные для строительного мусора я заложила слоями дерн, сорняки, затем сухую траву. И опять дерн. Так несколько слоев. То есть у меня было в мешке несколько ведер плюс перемешку с сухой травой. Все это я полила немного водичкой, обычной водой. Мешки закрыла, сверху накрыла тазиком. И мне не пришлось прокалывать компост в мешках, еще прокалывают, делают дырочки вилами. Мне не пришлось этого делать, потому что оно травой и так проткнулось, дырочки появились. Все это у меня стояло лето, зима, весна. И летом, то есть в начале июня, я развернула мешки, чтобы посмотреть, что у меня там получилось. И увидела там вполне приличный компост. Есть небольшие веточки, которые еще не совсем перепрели, но в целом хорошая чистая земля. Эта земля пойдет для разных целей. Мульчирование грядки, можно замульчировать кустарники. Я отложила 4 ведра в мешок для будущей рассады на следующий год, то есть я не буду покупать грунт, у меня будет свой. Также этим компостом можно удобрять комнатные цветы, ну, в теплице, само собой, подсыпать. Вот и все. И вам рекомендую. Мне понравилось.